сегодня у нас вот такая погода. Вчера еще не было снега, а сегодня идет мокрый снег. И сколько у нас на градуснике? 0 градусов. Так что вовремя я вчера вам эти растения показала. Вот такой сейчас вид. Но мороза нет. Ну вот, пока на улице снег, ко мне пришла работа. Растения для вот этих вот плошек. Сейчас будем открывать. Посылка, два ящика вместе сложены, и такие ручечки есть, чтобы удобно было нести. Посылка от интернет-магазина «Райский куточек». Смотрим. Ехали они 2 дня. Там у них снегопады, по-моему. Тараса Мельника. Вот они, красавчики. Сейчас буду распаковывать. Хотела вытащить, но они настолько здесь крепко присоединены к этой коробке. Вот видите, такие пластины. Здесь тоже самое. Сейчас буду разгибать, потому что я так не вытащу. Вот. Между первым и вторым этажом такая вот проволока, чтобы они не болтались. В общем, так конкретно пришлось даже выдирать, потому что я не смогла разогнуть. Ну, вот они, растяжки. Буду разбираться. Маленькие горшочки вот так вот запакованы, чтобы земля не всыпалась. А тут вот кулечками. В общем, это разрезаю. Тут, надеюсь, просто развяжу и все. Ну, в общем, проверила я список. Все совпало. Кроме одного. Вот здесь у меня записан как кипарисовый горохоплодный Хаим Савара. Я заказывала. А пришел. Вот здесь написано кипарисовик тупый хэбе. Ну, может быть, у них тут просто название перепутано. Надо будет посмотреть.
Ну все, начинаю высаживать. Пошли в ход мои инструменты, которые я закупала. И вот набрали вот такую вот гальку. Буду подсыпать. Ну, вот так пока. Ком земли ледяной. Стояли они, видимо, там все на улице тоже. И пока ехали, даже не растаял этот ком земли. Мне надо будет срочно сейчас их выставлять на балкон. Потому что в комнатной температуре им будет плохо. Подсыпаем крошку. Проливаем. Убираем вот эти сухие веточки. Чтобы все было красиво. Все, этот готов. Сейчас вынесу на балкон. Прикрепила название, чтобы потом не забыть все это, не перепутать. Все вношу. Уплотняем землю. Теперь проливаем и будем укладывать камни. Потом опять полью. Вот еще один готов. Красавчик. Ну, это уже седьмой. Еще два осталось. Так, уходит на балкон. Последний. Еще один остался. Сейчас посажу. Ну все, последний. С водички для него осталось. Перелила. Что сейчас питается? Ну и вот, наконец, последний экземпляр.
его тоже на балкон. И сниму все, что получилось. У нас сейчас плюс один, но ветрено. Поэтому под стеночку ставлю, что получилось в итоге. Ну, вот так.